Новые запреты для садоводов. Мята и ромашка под запретом. За выращивание вьянка вообще можно угодить в тюрьму. Некоторые популярные у садоводов растения признаны аллергенными. Некоторые оказались наркосодержащими. Садоводы новыми штрафами удивлены. А мята есть. И мята, и мелисса растет. А что, мята тоже нельзя сажать? В ограниченных количествах. Она, знаете, как не знает, что ползет. От корешка. Лезет даже... без спроса. Вы ее выкорчевываешь, бесполезно. Выкапываю. Вот, мята это. Ой, какая хорошая мята. Да. Ну, вот, а женщина собирает, вот некоторые идут по дороге, увидят, срывают, заваривают, лечатся. Так она как трава, как сорняк растет? Да, конечно, я от нее никак не избавлюсь. Вон она, яблоню заполонила. Начнешь копать, там корни заденешь. Вот у меня сестра из Москвы приезжает, она все время: ой, Татьяна, дай мне, ради бога, мят. Она набирает такие эти, чай пить. Она же считается как простудная еще, с чем-то в комплекте. А чтобы там, ну, у нас, я не знаю, ну, это глупость, мне кажется. Натуральная глупость. Чем она вредна? Мы вот завариваем чай, пьем, очень вкусно. Ну, вот в законе сказано, что она признана сильным аллергеном. Аллергеном? Ну как? Потому еще что она растет скоро... повсеместно. Да, тюльпаны скоро нельзя будет выращивать. А если она на участке будет везде расти, приедет милиция там или еще кто-то, скажет, что вы культивируете, это как? Как ты докажешь, что ты ее не культивируешь? Вот я только, видите? А его вот он останется, вот такой корешок, она все равно будет расти и уже сильнее, и уже глубже, знаете? А вот одного этого ему хватит запылить. Значит, насчет одуванчиков они правильно решили? Правильно. И вот еще чистотел замучил. Ипомея, да? Ипомею почему нельзя выращивать? Почему ее признали наркотическим средством? Ну вот не знаю. А так говорят. А ромашку? Вы не согласны? Конечно, нет. Ерунда какая-то. Да. Ладно, мак. Да. Да, я могу как сказать мак. Ромашка, мята. Это какие они растения наркотические? Вьюнок запрещается выращивать до 8 лет уголовной ответственности, если более 100 кустов. Да это что, пенсионер? И она, может, болеет, и я вот болею, я не буду его выдергивать. Кто мне выдернет? Вы имеете в виду какое растение? Вьюнок. Да и вообще все, и за это... Ну, это, конечно, дурь какая-то. Вьюнок мы сажаем, бывает, что вот так вот на изгородь. За 10 кустов, до 10 суток могут припаять. А что? До сотни, до 8 лет уголовной ответственности. Да, не знаю. Всю жизнь выращивают садоводы вот это все, да? И вдруг запретить. Да это смешно. Кстати, как разъясняют юристы, штрафы будут назначаться только за культивацию растений, но штрафы могут быть серьезными, от 300 до 500 тысяч рублей.